Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. С наступлением осени наши сумки растут. Они увеличиваются в объемах, потому что мы начинаем носить с собой зонтик, иногда берем с собой термос, носим форму и, конечно же, ходим на работу, берем с собой какие-то документы, а иногда даже и ноутбук. Поэтому я решила посвятить целый выпуск объемным сумкам. Конечно, в ассортименте Toscana Bags их намного больше, но покажу вам 5 самых популярных моделей. Кто знает, вдруг вы выберете одну из них. Давайте начинать. И начну я, конечно, с саквояжа. Мы почему-то привыкли, что саквояж – это исключительно сумка для путешествий. Ну, наверное, благодаря его названию так сложилось. Но на самом деле, если вы любите такой слегка винтажный и очень интересный стиль, даже в повседневных образах, вы можете ходить с ним, да хоть на работу, почему бы и нет. Саквояж выполнен из кожи буффало, имеет очень красивый, слегка глянцеватый финиш. В комплекте у него есть классическая саквояжная ручка, можно носить в руке или надевать на запястье. Саквояж закрывается на специальную саквояжную рамку. Открываем и получаем доступ ко всему отделению. Оно единое, очень вместительное. На задней стенке есть карман, который закрывается на молнию. И напротив есть накладной карман. Он открытого типа, выполнен из натуральной кожи и подходит для смартфона. Итак, закрываем. С внешней стороны в саквояже есть еще карманы. Один из них находится на задней стенке, закрывается на молнию. И два по бокам, они также на молнии, с одной и с другой стороны. Но, конечно, особенно удобно носить саквояж именно на плече. Здесь есть сменный ремень, поэтому можем им воспользоваться при желании его надеть и отрегулировать его для необходимой длины. Кстати, также здесь есть такая специальная плечевая накладка, поэтому ремень не будет врезаться вам в плечо. Стоимость этого саквояжа 16 180 рублей. Следующая модель – это вот такая сумка-мешок очень мягкой формы. Выполнена она из зернистой кожи. Мне кажется, по своей вместительности она не уступает даже предыдущему саквояжу. Настолько она большая. Я выбрала ее в цвете тауп, чтобы вам было проще сочетать ее с повседневными образами. Так можно отправиться и на работу, и в спортивный зал, например. Итак, эта модель закрывается на молнию. Внутри у сумки единое отделение. Оцените, насколько оно просторное. На задней стенке есть карман. Он также на молнии. И на стенке напротив два накладных кармана, они уже открытого типа, для мелочей. На задней стенке у этой сумки есть еще один карман на молнии, так называемый карман быстрого доступа, тоже очень-очень вместительный. В комплекте у сумки два сменных ремня, один из них вот такой, более короткий, он не снимается. Носим сумку на плече. Но если вам хочется более расслабленного силуэта, то в комплекте есть также и длинный сменный ремень. Он регулируется по длине, поэтому можно выставить оптимальную. Я вот сейчас отрегулировала, ну, примерно на половинку. То есть есть запас и в более короткую, и в более длинную сторону. Стоимость этой модели 8490 рублей. Следующая сумка у нас также из зернистой кожи. Это наш знаменитый шопер с двумя парами ручек. Есть короткие и есть длинные. Самая настоящая сумка-трансформер, мы с вами потом убедимся, почему. Я уверена, что те, у кого есть такая модель, очень ее любят, потому что могут носить практически в любой ситуации. Кстати, достаточно редко показываю вам эту сумку именно в черном цвете, и сегодня захотела показать вот такую классику. Итак, сумка закрывается на магнитный замок и на молнию. Внутри два основных отделения, и посередине вот такой карман-разделитель, он на молнии. На одной из стенок два накладных кармана, а не открытого типа. И напротив еще один карман на молнии. Также здесь есть специальная фурнитура, которая позволяет скорректировать форму сумки. Если сумка у вас пустая, вы можете закрыть этот карабин и сделать ее более компактной. Красиво смотрится, зернистая кожа переливается на свету, легкий глянец создается. Ну и давайте разберемся с ручками. Короткая пара ручек позволяет носить сумку в руке или надевать на сгиб локтя. А вот при помощи длинной пары ручек мы можем носить сумку уже на плече. Вот в таком варианте. Как вы знаете, цвета у этой модели есть абсолютно разные. Недавно появился даже пудровый. Ну а стоимость ее 8380 рублей. В прошлой сумке у прошлого шопера было 4 ручки, а у этой всего одна. Зато какая! Очень удобная сумка на плечо, можно носить ее вот в таком варианте или воспользоваться сменным ремнем. Ну и сама модель, кстати, очень вместительная для тех, кто любит мягкие силуэты у сумок. Модель закрывается на молнию,
Внутри у нее два основных отделения и посередине вот такой карман-разделитель, он на молнии. На задней стенке есть еще один карман на молнии. И напротив два накладных кармана, они уже открытого типа. С внешней стороны у этой модели также есть карманы. Один из них находится на задней стенке сумки, закрывается на молнию. И еще два кармана находятся с торцов, тоже закрываются на молнию с одной и с другой стороны. Ну а вот тот самый более расслабленный вариант, о котором я говорила. Ремень здесь второй есть в комплекте. Обратите внимание, что первая ручка при этом не снимается, остается в качестве декора. И вот этот длинный ремень мы можем отрегулировать по длине. Стоимость этой модели 7580 рублей. Мы с вами посмотрели уже буйволиную кожу, кожу буффало, потом зернистую кожу, и сейчас пришло время кожи в винтажном стиле. Мне кажется, осень – это тот самый сезон, когда винтажная кожа снова возвращается в наши гардеробы. А здесь модель с плетением. Смотрится очень интересно, создается такая дополнительная фактура, и у вас не просто сумка в образе, а такой самый настоящий центр притяжения. Ну и оцените, какая она вместительная. Итак, сумка закрывается на молнию, у нее два основных отделения, и посередине вот такой карман-разделитель, он на молнии. На задней стенке есть еще один карман на молнии, и напротив два накладных кармана, они уже открытого типа. С внешней стороны у модели карманов нет. В комплекте у этой сумки есть короткие ручки. Можем носить сумку в руке и также надевать ее на сгиб локтя. Ну и в комплекте также есть еще и длинный ремень для того, чтобы носить сумку на плече, ну или может быть даже в формате кроссбоди. Ремень регулируется по длине, поэтому выставляйте оптимальную. А стоимость этой модели 14 450 рублей. Ну что ж, на этом у меня все. А еще больше объемных и вместительных сумок вы найдете в Toscano Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у нашего менеджера или на сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог наших моделей. Все заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну и на этом у меня все, а я прощаюсь с вами до следующих роликов.